Привет всем. Я буду стримить игру на запись, не на, точнее, не стримить, а записывать ее. Расскажу про, если так можно назвать, трек-клип или клип-трек, который я выложу. Далее я его обработал, он занимает 2 гигабайта после обработки. Я вдохновился Lil Peep'ом, грустью. Так сочеталось гармонично, что его отрывок, его какой-то песни и то, как я себя чувствовал. Я даже не знаю, как называется эта песня, наверное, просто черновую запись какую-то ставили, которая неизвестная была, неофициальная. Ну там очень красиво звучит. И, короче, там расскажу, как есть. Я не делаю это постоянно, но тогда мне было очень грустно вчера. Я одиноко. Я даже не знаю, записывает это нормально мой голос или нет. Я в игре, наверное, звук отключу, чтобы не мешал. Я принял много таблеток по рецепту врача, которые у меня оставались. 2 феназепама по 1 миллиграмму. И много по 0,5 миллиграмм, который старого типа, стрёмный. Ну, короче, где-то несколько таблеток, несколько миллиграмм принял. И еще мама меня стала доставать всякой мелочью, типа, где ты эти тряпки взял, которыми я обернулся, чтобы в ванне снимать видео после работы, когда я пришел. Ну, есть видео, где я по пояс голый, ноги голые, только вот эти белые такие ткани закрывают интимное место, чтобы YouTube не забанил. Ну и вообще из-за стыда. Ну, или просто то, что это. Но за это бы YouTube автоматически забанил, если бы их не было. Я после работы сразу, как только пришел в ванну, лег и записывал видео. Ну вот. Потом я решил провести последний раз эксперимент с этим чертовым алкоголем. Я говорю, я прибегаю к алкоголю очень редко, и когда мне очень плохо, и депрессивно, и одиноко. Так, у меня выпали эльфы. Кого бы из них выбрать? Коровы. Наги. Орки подземные. Нужно выбрать геройшу. Мне не очень-то интересно за этих эльфов играть. Я хотел за такую расу, где выбираешь мега-героя, и до него еще нужно дожить кое-как. Но потом он очень мощный. Типа, не выбираю легких путей. Ну и, короче, я сказал, ты меня достаешь просто всякой мелочи. Она просто заходила в мою комнату, я хотел один остаться в комнате. И задавала всякие лишние вопросы, какие-то абсолютно бессмысленные по поводу этих тряпок. Я говорю, да просто какая разница. Я уже не помню, что ответил. Такой же ответ на такой же пустой вопрос. Короче, я сказал, ты будешь мне доставать сейчас, я лучше пойду на улицу, прогуляюсь, поищу себе друзей.
Ну, то есть, намекая на то, что как тогда я пошел, погулял, поискал себе друзей, и меня избили, что я в травме лежал. Ну, избили за то, что я не хотел, ну, у меня не было денег, чтобы выпивку им купить. Еще то, что я там снимал, что-то. Да, значит, на самом деле меня до этого начали бить за выпивки. Какие-то, ну, отморозки просто с девятки. Все. Которые вообще там хрен пойми, как оказались на той квартире. Постройка завершена. Ну, об этом тоже видео есть. Значит, не знаю, сделать потише звук. Звуки войск убрать. Я примерно 10 месяцев не играл в эту игру. Я уже повторял. Мне совершенно не интересно было ни в какие игры играть. Да и сейчас не особо интересно. Точнее, вообще не интересно. Ну, вот, в общем, я пошел, купил в магазине три гаража. Вот такое легкое пиво, которое не такое уж, ну, мерзость алкоголя там скрывается каким-то этим добавкой лимонной, лимонным соком или чем там, газировкой какой-то, не знаю. Я, короче, выпил на улице две бутылки через силу пива этого. Потом пришел домой и выпил. Ну и дома я пил, и там на видео вы увидите весь этот процесс. И записывал трек, плакал, слушая Лил Пипа. Первые 15 секунд фильма того, где он поет грустным таким голосом. Антидепрессанты я не принимал вообще вчера, только сегодня принял. И хлорпротиксен, нейролептик, одну таблетку. Я пытался обработать, но места не хватало, слишком длинный. Ой, слишком большого объема этот получился видео это. Поэтому я забил, просто свел в Sony Vegas. Просто так. Даже не заботясь. Просто там фоном такая музыка грустная и с затуханием. И мой голос, переходящий иногда на плач, переходящий на наоборот, какое-то усиление. Такой грустный. Короче, фигня у меня. Я не умею петь. Ну, очередной нудный, длинный очень трек получился. Но зато мой текст от сердца. Моя лирика. Я на ходу придумал. Там еще, кстати, фристайл даже был. То есть я просто на ходу придумывал слова. Да, в общем, никому это не интересно, я, потому что петь не умею, обрабатывать не умею. Но зато и искренне. Далее я впервые зашел смотреть сообщения на компе. Потому что я был в пьяном состоянии. Ну, не так уж сильно в пьяном, но в таком.
головокружение было, и спокойствие такое. И мне просто пофиг было, я думал, если там напишут угрозы или еще что-то, мне просто пофиг будет. Ну, посмотрел там. И впервые с тех пор, как меня тогда избили, вообще почитал сообщения там, ответил на некоторые, на какие смог. И там договорился с Димой, и они там на Саянской сидели на квартире. Ну и типа он сказал, подъезжай, если хочешь. Я сам согласился. Сам, точнее, проявил инициативу, что хотелось с кем-то пообщаться. Надоело быть одному. И, в общем, я вызвал такси за 80 рублей, доехал. Расплатился наличкой. У таксиста в машине играл. Полковника никто не ждет, к полковнику никто не пишет. Группа Би-2. Я его похвалил за музыкальный вкус. А потом Рамштайн у него стал играть старые песни. Я ему сказал, вообще офигенно. Он говорит, это просто радио. Ну ладно. А, мне сейчас снесут. Я не хочу за этих эльфов играть. Приехал туда, было темно. Делился с ними сигарет. Пошел там, поделился с ними феназепамом бесплатно по рецепту врача, так что это законно. На кого-то подействовал, кто-то чуть уснул, кто-то там что-то почувствовал, а на кого-то не подействовал. Ну, на каждого там. Ну, там такая маленькая дозировка была. Там, в общем, блистер был из нескольких таблеток, я не помню, я оторвал кусочек. Сколько-то, 5 или 6 было, я не помню, или 7. По 0,5 миллиграмм. И, в общем, я... Мне вообще не интересно играть, если честно. Ну, делился сигаретами, мне там угостили пивом. Затем я сказал, давай я пойду куплю в магазине еще пиво или что нужно. Ну и пошли, короче, пока он не закрылся. И этот, я сказал, посоветуй, что купить, чтобы самое не мерзкое. Он посоветовал там сладкое вино купить, которое, говорит, даже ты выпьешь, нормально будет. Ну, купил, взял. И он попросил еще, можно мне бутылку пива, да, бери. Ну, еще тройку купил. Сиди. Себе. И, короче, потратил там 500 рублей где-то на это. А, еще йогурт небольшой купил себе. Ну, и, в общем, пошел. Ну, вот, кстати, сейчас прикол сделаю. Потом это сидели там девчонка была этого Димы. Я спросил, может у вас есть знакомые, кто может облака выучить? Потом спрашивал, есть ли кто-нибудь из знакомых, кто может подруг мне найти, просто чтобы мне с ума не сойти от одиночества, не стать психопатом. Что когда ты одинок, ты можешь психопатом просто стать. Ну, в общем, никто не мог найти.
такая система здесь. Я сказал, значит, так Бог хочет. Бог Яхве так хочет. Я просто угораю сейчас. Решил послать три героя. Это невидимое, пока не атакует. И, в общем, курил там свою тройку, выпил вина, ну не все, меня совсем в сон склонило. Потом там пришли еще парни, ну поздоровались со мной и девчонки. Я спросил, это ваши девчонки? Он говорит, нет. Одна девчонка жаловалась на то, что что-то у вас так скучно, я думал, у вас тут весело. А она в таком бодром, заряженном настроении. Я что-то подошел к ней, спиной встал и сказал, можешь, пожалуйста, меня обнять за грудную клетку просто. Ну, потому что у меня грудная клетка часто болит. Она сказала, нет, я не буду обнимать. А я сказал сразу, ну и ладно, пошел, короче, лег спать. Ну, как бы я не мог уснуть, потому что там шумно было. Пробовали найти мне девушку через Леонардо да Винчик. Да, в итоге. Я говорил все время, что я так пишу, и все так обстоит, что со мной никто в итоге... Ничего не выходит ни с кем. Никто не хочет со мной общаться. Вот это вот драконы, вот эти небесные змеи, лунаки, это имба. Ну, то есть, очень крутые, чрезмерно. Ну, так, игра. Ну, короче, в конце, что мы вышли, там эти какие-то два типа сказали, можешь сигаретам поделиться. Я просто достал тройку, открыл и протянул, они взяли оба по одной сигарете. Спасибо. Все. А, еще там вейп. Я там попросил помочь мне с вейпом, а то он что-то заглючил. Я говорил, мне он что-то не нравится, я его купил, там какая-то херня. Привык к сигаретам, а вейп что-то не очень. Там это челик, который был, ну такой хороший челик, который был на моем мастер-классе 2 года назад по рисованию. Просто там колесики подкрутил, настроил его, говорит, вот, спасибо ему. Затем, короче, дальше мы поехали на такси, я сказал, сколько я должен заплатить, Диман сказал, нисколько. Он, его девушка и я ехали. Ну и все, они пошли домой, и я пошел к себе домой. И все. Ни с кем там не познакомился, ничего особо. Просто... пришел домой, я уже не помню, что лег спать. Ну что, поделился с ними транками. Лига, ну, которая не опасна по закону делиться бесплатно, причем ничего в этом нету противозаконного. Которая по 0,5 миллиграмм одна таблетка. То есть маленькая дозировка самая. Потом вина купил, пиво купил этому Диману,
сигаретами делился. Да и ладно. Прости, пожалуйста, лучше, что я потратил твои деньги на такую фигню. Завтра работа, я потрачу еще твои деньги на автобус 26 рублей. Очень холодно будет утром стоять там, ноги будут мерзнуть. Затем будет наоборот потно и тяжело. Весь вспотею, взмокну. Сначала буду лестницу очищать от снега и от льда. Это очень тяжело. Сначала возьму лопату специальную там и буду очищать лестницы, которых дофига. Каждую нужно прочищать там с трудом. После этого, ну и буду там стоять, отдышиваться. Затем буду убирать мусор с баков. И пока еще никто не пришел, потому что там, когда много народу стоит у этих мусора, как-то не очень. Буду там вычищать место для инвалидов и для тех, кто с колясками. Ну и как обычно, все буду потом мусоринки подбирать, лавки очищать. Руки дрожат, суставы болят. До сих пор, короче, как я вот работаю, все время пальцы, они болят, то есть суставы вот эти вот все, кисти. Когда, ну не просто болят, а когда что-нибудь как-то напрягаешь, что-то там, дверь открываешь или еще что-то там, чувствуется такое вот. Потом буду коробки нарезать, когда посветлеет. Че, а, все. Можно выходить. Потому что все здания разрушили, которые у меня. Мешки буду выносить вручную. Снег придется, наверное, еще выгребать. Тоже очень плотное. Ну, то есть потею очень сильно от этого там. Не так-то это просто. Снег этот выгребать. Дай бог пережить завтрашний день. Сегодня весь день спал, чувствовал слабость, астению, так называемую. По телеку там показывают бесконечно ментов, точнее полисменов, все такое бесконечно. Показывают женщин истеричных, показывают властных и истеричных, показывают мужчин истеричных, которые спорят с женщинами, все такое. Показывают мужчин, которые совершают преступления. Короче, всякую дичь. Все по заказу, там, я считаю. Ничего хорошего там не показывают. YouTube тоже не смотрел. Просто лежал, спал, просыпался, опять ложился.
Завтра буду офигевать на работе. Перчатки эти порваны. Два пальца. Это плохо. Курить тройку во время отдыха. Но в основном я сильно выдыхаюсь там, потом сажусь или стоя, или во время, или когда я иду, закуриваю. И в это время, пока я курю, отдыхаю, потом опять. В перчатках в этих, которые мне выдали, холодно очень. Я не знаю, надо попросить какие-нибудь зимние верхонки там. Не знаю. Хотя как я в них буду мусор собирать, это капец. Обычно вот в этой играют не очень хорошо люди. Игроки попадаются слабые. И союзники. Ну, не всегда. Сейчас приму сонников. Феназепам этот чертов. По рецепту врача. У меня уже немного остается. Скоро надо будет. И лягу. И усну. Надеюсь. Аппетита нет. Выпил литр воды, разведенным в нем. Забыл, как называется, регидрон или что. Ну, в общем, типа, так называемые, если это действительно так, электроциты при обезвоживании организма там. То есть там всякие соли содержатся, разные. Там должны быть всякие микроэлементы, но там просто всякие соли содержатся. И до сих пор, кстати, в туалет не сходил, что интересно. Он впитывается, видимо, мощно. Или у меня, может, обезвоживание реально. Ну, его при обезвоживании организма обычно назначают. Такой неприятный на вкус. Соленоватая вода такая. Мутноватая на вкус. Короче, неохота играть. Спасибо тем, кто ставит лайки на мои треки. Надеюсь, может быть, когда-нибудь я сделаю выставку и там включат бит. Я буду петь какой-нибудь из своих треков. Так, ну, петь в кавычках, потому что я не умею петь. Но я пытаюсь просто как могу. Хотя вряд ли это кому-то понравится. Ну, может это понравится только таким людям, я не знаю, которые не из веселых ребят, которые не слушают всякого там веселого рэпа, где понтуются, там всякое такое, быстро так читают, понтуются, там, всякое. Вякают там, как бы, ну, всякие добавляют эффекты голосовые,
понты. У меня такой депрессивный, грустный клауд. Я, короче, выхожу из игры. Не хочу играть вообще. Ладно, все, спасибо. Спасибо, кто ценит. Я очень скучный, да. Спасибо, что есть те, кто не обращает на это внимания. Ладно. Давайте.